пророческой жизни, которая была наполнена и радостями, и печалями, встречами и разлуками. Я понял для себя на всю жизнь, что вы стали для меня по-настоящему родными, самыми близкими в моей жизни. Вы моя вера, вы моя опора и вы моя жизнь. Когда я плакал, когда мне казалось, что у меня уже больше нет сил идти дальше, я твердо верил в то, что я могу приехать к вам. Я могу посмотреть в ваши глаза. Я могу почувствовать вашу любовь. Настоящую, искреннюю, человеческую любовь. И это всегда давало мне силы жить, давало мне силы творить, давало мне силы выходить на сцену и благодарить вас. И именно вас, мои дорогие, низкий вам за это поклон. Спасибо.